Вся предоставленная информация вам выложена исключительно в ознакомительных целях. Ставьте лайки и комментарии. Назлы, занимаясь рестораном и экономическими проблемами, узнает, что у Ферита день рождения. Она устраивает для него очень интересную вечеринку. Назлы старается выглядеть заботливой женой и в то же время хочет узнать получше Ферита, сделать его счастливым. Ферит тоже смягчился по отношению к Назлы. Однако эта вечеринка полна сюрпризов не только для Ферита, но и для Назлы. А Суман все больше тянет к Денизу, а он не может разобраться в своих чувствах. Но это никаким образом не останавливает Асуман. Посмотреть очередную 21-ю серию турецкого сериала «Полнолуние» вы сможете после 26 ноября. Всем спасибо за внимание, до встречи и пока!